День города, который традиционно отмечается зарайцами 11 августа, не остался без подарков. День принесения иконы святителя Николая Чудотворца, считающегося покровителем города, на территории одного из крупнейших предприятий общества с ограниченной ответственностью сельхозпродукты был открыт элеватор. Сегодня в день памяти принесения чудотворной иконы святителя Николая Зарайского мы символично промыслом Божьим совершаем освящение элеватора. Икона святителя Николая вернулась на свое прежнее место. И за долгие годы ее отсутствия здесь, на этой земле, мы видели, как заросли поля, как они не обрабатывались, как не было никакого сельского хозяйства практически после перестройки. И такое ощущение, что с приходом чудотворной иконы Зарайская земля благословением святителя Николая ожила. Ожила и воспрянула колосьями. Мы сегодня видим поля, засеянные пшеницей. И, что очень важно, сегодня построен усердием Петрущенко Виктора Анатольевича здесь, на этой земле, еще один элеватор, приемник зерна, что важно для нашей области, губернатора и всех жителей нашей Зарайской земли. И хотим, Владыка, просить благословения вашего осветить элеватор. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, люди небесные, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, иди, селися в лик, и очистили от всякие скверны. Мы очень рады, что в такой замечательный праздник чествования обретения иконы Николы Зарайского мы празднуем его здесь, в поле. У нас началась активная уборка. И такой замечательный объект. Еще полтора месяца назад мы здесь с Виктором были, ходили, еще только-только что-то начиналось, и было на самом деле удивительно, как так это может быть. И только совместным трудом получаются такие результаты. Поэтому всех с праздником. Я предлагаю открыть этот замечательный объект. Ну и активно начать уборочную кампанию с благословения нашего владыки. Спасибо. Значимый для Подмосковья объект, на строительство которого ушло менее года, готов к приемке продукции. Емкость элеватора – 9 тысяч тонн единовременного хранения с подработкой и сушкой около 100 тонн в час. Общая стоимость работ составила 94 миллиона рублей с объемом инвестиций в 54 миллиона. Применение современных технологий позволяет обслуживать огромнейший объект всего 6 специалистами. Эффективная работа по строительству элеватора подвела к порогу, за которым открывается горизонт для дальнейшего расширения производства, экономического и социального роста нашего региона. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.